19 августа свой 100-летний юбилей отпраздновал наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Принимать поздравления он начал с самого утра. Одними из первых юбиляра пришли поздравить воспитанники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и активная молодежь Славянского района. Для ветерана они провели парад, причем открывал шествие и нес знамя правнук Василия Васильевича, Никита. Василий Васильевич Вертель – это гордость Славянского района. Он здесь родился. Когда началась война, отправился на фронт. Служил в разведке, был 4-жды ранен, но всегда возвращался в свой полк. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Литвы и Восточной Пруссии, награжден 2 орденами Красного Знамени, 3 орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. После окончания войны вернулся на родину и посвятил свою жизнь профессии строителя. Свое 100-летие Василий Васильевич встречает с радостью. Многое было сделано, многое он успел. Все вспоминаю, все прошедшие года, которые я прожил, какие были хорошие времена и поганые, и разные. Всю войну вспоминаю, всех товарищей своих по школе, по дружбе довоенных вспоминаю. Все в голове это крутится по сегодняшний день. Ну, прожил я неплохо, на жизнь я не жалуюсь. Прожил я как положено, отлично прожил. Строил, веселился и так далее. Ну, что можно еще сказать? Все нормально, все нормально. Хочу пожелать всем славянам, городу, району, где я родился, всем тем детям нашим, жителям города Славянского района, добра, счастья, успехов, а самое главное – здоровья. Спасибо за их, за вас, за всех, что вы меня не забываете, что меня проведуете. Спасибо от души, от всего сердца. 100 раз спасибо вам. Поздравить Василия Васильевича с юбилеем пришли многие – его родные и близкие, друзья и коллеги. За вклад в развитие нашего района, а многие социальные объекты и многоквартирные дома в городе были построены с участием Василия Васильевича. Ветерана поблагодарили глава муниципалитета Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко. В адрес юбиляра было сказано много добрых и теплых слов поздравления и, конечно же, слов благодарности. И Василий Васильевич, безусловно, это заслужил. Он настоящий русский солдат, честный, порядочный и беззаветно любящий свою землю. Еще раз с праздником, с днем рождения, Василий Васильевич. Здоровья вам и долгих лет жизни.